Привет всем и добро пожаловать на шестой урок курса «Давайте потанцуем». Тема сегодняшнего урока – это танец фокстрот. Он очень многообразен по своему ритмическому рисунку, и в танцах известны два фокстрота – это быстрый и медленный. Хотя шаги могут быть очень-очень похожими, в зависимости от того, с каким темпом играет оркестр, с тем темпом мы просто будем их выполнять. Сегодня мы с вами возьмем средний темп, это будет 30 тактов в минуту, и разучим 4 базовых таких шага, которые позволят нам ощутить танец фокстрот и познакомиться с европейской программой бальных танцев. Ну а начнем мы урок, конечно же, с домашнего задания прошлого нашего танца, это танец джайв. И хочу отметить, что как и в джайве, да, свинг, здесь у нас похожая музыка в фокстроте, поэтому даже слушая музыку фокстрота, мы можем танцевать медленные шаги танца джайв. Однако мы в качестве разминки сегодня с вами берем два движения. Это кики и основной шаг. Немножечко в таком расслабленном состоянии в плане активности работы, но в собранном своем теле. Поехали под музыку. Сейчас медленно начинаем, вспоминаем шаги. Я все показываю, начну к вам лицом, а потом повернусь, и мы потанцуем под музыку. Начинаем с правой ноги, кик делаем. И раз, левый, два бросили ногу, три, четыре. И основное движение. Шаг назад, шоссе, шоссе. И еще раз. Раз, два, шоссе, шоссе. И снова кик, 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 кик. Основной шаг. Кик, шоссе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кик, кик. Чуть-чуть ускоряемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. И под музыку. Раз, два, три, четыре. Шоссе. Право, лево. Раз, два, второй раз. Кик, 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 кик. Степ, степ, трипл степ, трипл степ. Степ, степ, трипл степ, трипл степ. Кик. Бросили ногу, бросили. И основной шаг. Шоссе, шоссе. Назад, шоссе. Поехали. Кик, 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 кик. Основной шаг. Без резких движений. И кик, 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 кик. Основной шаг. Шоссе влево-вправо плюс звено. И кик. Основной шаг. Раз. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, кик, 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 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, кик, 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 основной шаг, 3, 4, 5, 6, 1, 5, 6, кик, 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 основной шаг, звено, шоссе, шоссе, звено, шоссе, шоссе, и снова кик. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, четыре, пять, шесть. Кик, 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 кик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три, четыре, пять и шесть. И снова кик, 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 кик. Основной шаг. Раз, два, раз, два, три, раз, два, три. Кик, 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 кик. Раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Есть. Подвигайтесь, походите на месте, и мы переходим с вами к танцу медленный фокстрот. Мы будем использовать с вами 4 движения. Это у нас будет бокс-степ, или можно назвать его такой квадрат, небольшой основной шаг на месте по-простому, да? Затем мы добавим основной шаг с продвижением назад и вперед. Фигуру зигзаг, ее также называют еще грейпвайн. И затем мы станцуем с вами side-to-side step с поворотом на 180 градусов. Начнем, конечно же, с того, как мы стоим в европейской программе танцев. У нас стопы параллельно. Да, стопы стоят, это шестая позиция, у нас ножки рядом. Вытянули позвоночник наверх. И сначала нам нужно будет настроиться на танец фокстрот. Руки ставим на пояс. И разогреваем стопы, да, мы поднимаемся, у нас будет подъем и спуск.
под музыку наверх. Раз, два, три, четыре, вниз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Опускаем пятки и сгибаем колени. Выпрямляем колени, отрываем пятки наверх. Раз, два, три, четыре, вниз, раз, два, три, четыре. Очень глубоко приседать не нужно. Слегка согнули колени и опустились. Смотрите, если сбоку на меня посмотреть, опускание мое, оно идет вертикально вверх и вертикально вниз. Чтобы не было такого, что мы качаемся вперед и назад. Ровно наверх и вниз. Хорошо, сейчас попробуем сделать чуть-чуть побыстрее. Не на 4 удара, а на 2. Будем двигаться наверх. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Вверх, вниз. Коленки вместе, стопы вместе. Оттолкнулись наверх и опустились. И еще быстрее. Раз, два, раз, два. И уже quick, quick получается. Quick, 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 quick. Спинка ровно. Quick, 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 quick. Молодцы, хорошо. Стоим на носочках, замерли наверху. Учимся держать баланс. Стопы вместе, пятки приклеили друг к другу, стопы приклеили, колени приклеили, ягодицы напрягаются. Ноги назад не выпрямлять. Чуть-чуть включенные, прямые ножки вытянулись. Опустились. Приседаем с вами на правой ноге и левую вперед вытягиваем на пяточку. И поднялись. На правой присели, левая вперед, поднялись. И раз. Делаем 5 раз так. 2, 3, 4, 5. Меняем ногу и теперь наоборот на левой приседаем и правую вперед. Раз, 2, 3, 4, 5. Замечательно. Меняем ногу назад. Готовим ее. Значит, приседаем на правую, левую назад. Раз и два. Три. Четыре. Пять. Поменяли ногу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Замечательно. В сторону отводим сейчас левую ногу, на правый присели. Раз, два, три, четыре, пять. Меняем ножку. Раз, два, три, четыре, пять. Замечательно. Добавляем движение, делаем шаг в сторону, приставили ногу, шаг в сторону, приставили. Запомнили направление, двигаемся влево, вправо, влево, вправо. И теперь, двигаясь влево, мы будем сразу же подниматься на носочек. Поднялись на левую ногу, раз, собрали ножки, опустились, смягчили колени, поставили ноги вместе. И направо, наверх, наверх и вниз. Наверх и вниз. Наверх, вниз. Сразу наверх, вниз. Наверх, вниз. Вверх, вниз. Значит, наше движение здесь будет соответствовать скорости музыки и счету быстро-быстро. Один удар. Быстро-быстро. Быстро-быстро. Двигаемся. Быстро-быстро. 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 Или quick-quick. 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 Быстро-быстро. Поднялись, опустились. Для того, чтобы успевать легко подниматься наверх, конечно же, прежде всего должны быть сильные ноги, стопы, икры, передняя, задняя поверхность бедра и еще не очень глубокий спуск. Согнули колени? Согнули. Хорошо, замерли на носочках, ножки открыты и подвигались по дуге через верх, направо и налево. Раз. Два. Раз. Два. Колени чуть-чуть мягкие. Окей. Хорошо, остановились. Встряхнули немножечко ноги, да, расслабились. В общем, фокстрот, он будет таким у нас слегка игривым, да? У нас не будет задачи с вами
строго ходить ровными прямыми, сохраняя спину, мы будем двигаться достаточно расслабленно, в таком формате соушер, да, когда мы расслабленно двигаемся, но при этом мы держим свою форму, а колени создают эффект плавного движения. Итак, первая фигура – это бокс-степ, попросту говоря, квадрат. Приготовили правую ногу. Значит, чтобы было понятно, у нас все фигуры сегодня, все движения будут начинаться с правой ноги. И мы с правой ноги делаем шаг назад. Пока просто шаг назад. Раз. Теперь левая нога проходит рядом и делает шаг в сторону, естественно, влево. Два. Собрали ноги. Три. Теперь нужно идти вперед с левой ноги. Раз. С правой. Два. Три. Повторяем. Правый назад. Раз. Левая в сторону. Два. Собрали ноги. И вперед левая. Раз. Два. Три. Получается, что мы каждый шаг делаем с другой ноги. Мы меняем ногу. Идет правая, левая, правая, левая, правая, левая. Когда мы идем назад, конечно же, мы наступаем на носок. Впереди у нас остается пятка. Да, мы оттолкнулись, перекатились по стопе. В сторону делаем шаг. Подушечка. Приставляем ногу, подушечка и на всю стопу. Вперед мы шагаем с каблука. У нас идет, или с пятки, будем так говорить, называть, с пятки. Пошли с пятки в сторону на подушечку. Подтянули ногу, подушечка, вся стопа. Итак, перекатились в сторону, собрали вперед, в сторону и собрали. Добавляем спуск и подъем. Значит, первый шаг у нас медленный, мы делаем его внизу. Для этого мы заранее опускаемся в коленях, опустились. И выпрямляем ногу назад, толкаемся медленно. В сторону идем на носочек быстро. Собираем ножку быстро, опустились. Вперед делаем шаг с левой ноги. Колени согнуты. У нас шаг вперед. Мы отталкиваемся опорной ногой сейчас. Это у нас правая, да? И мы шагаем левой ногой вперед. Перекат с пятки. Раз. Проверили, что мы точно перенесли вес тела. Голова над стопой. Спина ровно. Собрали ноги рядом, наверх, быстро в сторону, носок, носок. Получается у нас медленно, быстро, быстро, медленно, быстро, быстро, медленно, быстро, быстро. Повторяем. Медленно, быстро, быстро, медленно, быстро, быстро, медленно, быстро, быстро. Назад, в сторону приставили, вперед. В сторону приставили, внизу, наверх и опустились, внизу, наверх и опустились. Сейчас я повернусь к вам спиной, и мы вместе сделаем. С правой ноги внизу, назад, в сторону, быстро, быстро, вперед. В сторону, и slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Оттолкнулись и пошли, slow. Quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick. Ускоряемся потихонечку. Быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро, вперед. Быстро, быстро, медленно. Наверх. И вот мы уже под музыку с вами танцуем. И slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick. Продолжаем. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, медленно. Быстро, быстро, медленно. Держим ровненько, да, смотрите, чтобы таз у нас был всегда под собой. Не откачиваем попу назад. Итак, в отличие от латиноамериканских танцев, где у нас больше координации и нужно будет работать руками, в фокстроте с руками все чуть-чуть проще. Мы ставим с вами позицию одну и все время ее сохраняя. Как это будет выглядеть? Значит, если это мужчины, да, мужчины, у них получается, они ставят левую руку в сторону, это будет замок, и правую руку ставят перед собой, сгибаем. У дамы все наоборот. Соответственно, мы ставим с вами правую руку в сторону, это замок, да, и беремся за партнера,
А вторую руку мы, левую, да, кладем сверху на плечо, чуть-чуть ниже, да, чем не на само плечо, вот плечо, где мышцы, да, не это плечо, а анатомическое плечо, да, на плечо партнеру. Да, и получается такая у нас с вами форма. Правая рука в сторону, это для партнерш, примерно на уровне глаз рука. Левая рука сверху, выпрямили спину, немножечко наклонили голову налево и повернули ее в левую сторону. Да, почувствовали, что растянули позвоночник. Сейчас боком встану. Вот наша позиция. Конечно же, если мы видели какие-то ролики, да, в интернете, как танцует фокстрот, европейская программа, когда дама откидывается назад, да. У нас с вами более простой вариант. Мы сегодня знакомимся с этим танцем. Встали элегантно ровно. У нас с вами не спортивные соревнования. Нет. Ровненько, вот. И в этой форме сейчас мы с вами станцуем бокс-степ под музыку. Давайте без остановки сделаем 10 раз. С правой ножки. Slow, quick, quick, slow, quick, quick. Раз, два и раз. И третий пошли. Четвертый. Медленно, быстро, быстро. Пятый. И шестой. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Наверх. Quick, quick, slow. Еще три осталось. Два. Slow. Оттолкнулись. И последний. Есть. Браво, молодцы. Сделали вдох-выдох и двигаемся дальше. Значит, здесь мы познакомились с шагом вперед и назад, но делали его только один раз. У нас был один медленный шаг, slow, назад, вперед. Сейчас мы станцуем с вами основное движение, на котором мы будем двигаться. В данном случае мы будем учить таким образом для сольного танцевания, что мы танцуем и назад, и вперед. Например, когда вы танцуете в паре, то тогда дама чаще всего, ну не чаще всего, а дама двигается назад, партнер идет вперед, и мы все время двигаемся тогда по кругу. У нас с вами сольное танцевание, поэтому мы спокойно сейчас разучим шаги и назад, и вперед. Мы назад будем делать три шага slow, три медленных шага. Руки на поясе, пока запоминаем направление, пробуем их сделать. С правой ноги также начинаем назад делать slow, медленно. Второй делаем шаг медленно, третий медленно. И с левой ноги в сторону на носочек у нас будет быстро-быстро. Вперед шагаем с левой ноги. Медленно, медленно, медленно в сторону, быстро-быстро. Не делайте сейчас больших шагов, запомните скорость, да, что это медленно, 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 быстро-быстро. Вперед, медленно, 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 такая как прогулка у нас, очень спокойная. И медленно, медленно. Медленно, быстро-быстро, вперед, медленно, 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 назад с правой ноги, slow, slow, slow в сторону, quick, quick, вперед, slow, 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 quick, quick. Добавляем спуск и подъем. Даже если мы с вами присели, конечно же, мы знаем, что если мы опустились, у нас есть возможность дальше вытягивать ноги, делать шире шаги. Этого делать в нашем случае сейчас не обязательно. Мы на мягких коленях будем делать абсолютно нормальный шаг, слегка с пружинкой такой. То есть, если мы двигаемся, выпрямили ногу, спружинили и обратно, спружинили и обратно. То есть, у нас будет пружинистое движение. Приготовились, с правой ножки и назад. Slow, slow, slow. Отсюда мы идем левой ногой на подушечку, поднялись на носочки прямо наверх, собрали ноги. Опустились. Вперед мы идем пружинка, пружинка, пружинка на носочки. Quick, quick. Повторили. И slow, slow, slow. Наверх. Quick, quick. Вперед. С пятки. Slow, slow, slow. И назад. Slow, slow. Slow в сторону. Quick, quick. Медленно, медленно, медленно. Быстро, быстро. Медленно, медленно, медленно. Так как мы уже знакомы с вами с ритмом по предыдущему движению, мы здесь уже можем тоже сразу же ускоряться под музыку. И slow, 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 quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow, slow,
Slow, quick, quick. Сейчас я повернусь к вам спиной, и мы вместе с вами сделаем это движение и сразу поставим позицию в руках. Правая рука на уровне глаз замочек, левая рука согнута перед собой, голова наклонена и повернута влево. Назад с правой ноги начинаем небольшой пружинистый шаг. 6, 7 и раз, два, три в сторону, quick-quick, вперед, slow, 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 quick-quick, назад, slow, slow, slow. Ноги обязательно проходят рядом. Помни, у нас шестая позиция. Quick, quick, slow, slow, slow. Quick, quick, slow, slow, slow. Quick, quick. Прорабатывает стопа. Перекат, перекат. С пятки, с пятки, с пятки. Таз обязательно под собой. Вот так не ходим, не отклячиваем попу зад. Три, четыре. И slow. Slow, slow, quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow, slow, slow. До конца мелодии танцуем. Slow, 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 quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow, slow, slow. Quick-quick назад. Не задираем плечи, лопатки опущены вниз. Quick-quick, slow, slow, slow. Quick-quick, slow, slow, slow. Молодцы, продолжаем. Не путаем ножки. Левая, правая, левая, в сторону. Правая, левая, правая. Quick-quick, slow. Slow, slow, quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow. Продолжаем slow до конца мелодии, еще чуть-чуть. Slow, slow, quick, quick, пружинка, 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 на носочке, пружинка, 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 на носочке. Держим ручки за счет мышц спины. Slow, 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 quick, quick, правая, левая, правая, quick, quick, левая, правая, левая, quick, quick, slow, slow, slow. Quick, quick, slow, slow. Молодцы, остановились. Браво. Итак, второе движение освоено. Если мы не будем с вами двигаться вперед, то тогда у нас будет все время движение назад. И мы таким образом двигаемся. Это slow, slow, quick, quick, что позволяет нам двигаться все время назад. Там будет два slow. Вот, поэтому, значит, разбирая предыдущие танцы, которые мы с вами учили, латиноамериканские программы, да, на предыдущих уроках, стоит отметить, что там, как задан темп, например, да, то есть у нас быстрые шаги в самбе, в ча-ча-ча, или медленные в румбе, мы так все время и двигаемся, да, в этой скорости. В фокстроте же у нас есть с вами различия, мы можем менять, у нас есть slow шаги, а есть quick, да, то есть медленные и быстрые, и при этом они меняются. Да, у нас в румбе тоже было с вами, что мы встали, пропустили удар, пошли, но эта структура не меняется. В фокстроте у нас сейчас с вами было медленно, быстро, быстро, медленно, быстро, быстро. А теперь у нас было медленно, 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 быстро, быстро, медленно, медленно. То есть это зависит от движений. Значит, более классический вариант, конечно же, ритма в фокстроте – это slow, slow, quick, quick. Да? Вот следующая фигура, зигзаг, именно такое будет. Slow, slow, quick, quick. В данном случае я сейчас сразу повернусь к вам спиной, чтобы мы эту фигуру учили не зеркально, так как это будет чуть сложнее, а правильно. Смещаемся чуть-чуть в левую часть своего пространства и встаем под углом 45 градусов, чтобы у нас было назад, да, спиной. К
Как я и говорил, все движения у нас начинаются с правой ноги. Здесь не исключение. Мы двигаемся с правой ноги, шаг назад, медленно. Делаем еще один шаг назад, медленно. И когда мы будем делать квик-квик, мы будем с вами поворачиваться. Квик-квик. Да, то есть снова мы повернулись по направлению вперед, у нас уже стало 45 градусов в другую сторону. И теперь с левой ноги, не с левой, с правой ноги, да, левой мы приставили, с правой шагаем. Снова два медленных, только вперед. Slow, slow. И на quick-quick мы чуть-чуть поворачиваемся влево. Quick-quick. И начинаем все заново с правой ноги. Slow, slow, quick-quick. Возвращаемся на исходную точку. Да, повторяем с правой ноги назад. И slow, slow повернулись. Quick-quick. Вперед с правой, slow, slow, quick, quick, slow, slow повернулись, quick, quick, и вперед, slow, slow, quick, quick. У нас получаются такие с вами зубчики, да, то, что называется зигзагом. Пробуем еще раз, возвращаемся на исходную точку, и slow, slow, quick, quick, вперед, slow, slow, quick, quick, slow, slow. Quick, quick. И еще раз вперед, вперед. Quick, quick. Угу. Отлично. Исходная точка. На что здесь нужно будет тоже обратить внимание, что мы двигаемся точно таким же образом. Смягчили колени, сейчас делаем спуск. И у нас шаги идут не очень большими, но с эффектом переката на опорной ноге. Мы как будто бы отталкиваемся, поднимаемся и пружиним. Вперед мы тоже. Оттолкнулись, у нас работает опорная нога. То есть это основной принцип исполнения танца фокстрот, что мы двигаемся, уходя от опорной ноги. Неважно, вперед или назад. То есть не поставили ногу и себя подтянули или отпустили руки и туда пошли, а мы сохранили форму, оттолкнулись от опорной ноги и пошли. Оттолкнулись от опорной ноги и пошли. Назад то же самое. Мы перекатываемся, перекатываемся, перекатываемся и шагаем. Перекатываемся, перекатываемся и шагаем. Добавляем сейчас спуск и подъем и сохраняем характер исполнения фокстрота. Назад и slow. Slow поворачиваемся. Quick на носочек. Собрали ножки. Quick. Вперед. Slow. Slow. Quick, quick. Slow. Slow. Quick, quick. Возвращаемся на исходную позицию. И сейчас еще определенная хитрость. Смотрите, угол, под которым мы двигаемся, он не обязательно должен быть там ровно 45 градусов. Да? Мы понимаем, что если у нас какое-то узкое пространство, то тогда мы встанем чуть-чуть больше для того, чтобы сгладить это движение, и оно будет более вытянутым. Но тогда у нас поместится меньше количество этих зубчиков. Если мы начнем эти зубчики делать более острыми, то мы просто можем и уменьшить шаг и направление. То есть мы делаем более длинные зубчики. Вперед, вперед, зигзаг. Хорошо, что нам сегодня пригодится в нашей связке только один. Да. Значит, ставим форму, поставили руки, приготовили правую ногу и начинаем идти назад. И slow, slow, повернулись, quick, quick, slow. Slow, quick, quick. Да. Теперь предлагаю такую схему. Развернуться и в обратную сторону уже самостоятельно. То есть сейчас вы будете стоять спиной к своим экранам. Поставили руки. И в обратную сторону начинаем с правой ноги назад идем. Правая, левая, повернулись. Quick, quick. Вперед идет. Правая, левая, повернулись. Quick, quick. Таким образом, нам не нужно с вами все время возвращаться в исходную точку. Мы можем станцевать в одну сторону, развернуться и станцевать в другую сторону. Начинаем. И slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick. Развернулись. И назад с правой ноги. Slow, slow, quick, quick. Вперед с правой. Slow, slow, quick, quick. Разворот. И под музыку делаем. 6, 7, 8. И slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick. Закончили, развернулись. И заново. И
Slow, slow. Quick, quick, slow, slow. Quick, quick. Да, если вам позволяет пространство двигаться дальше, пожалуйста, можно делать много раз в одном направлении. И медленно, медленно, быстро-быстро, медленно, медленно, быстро-быстро, медленно. Разворот. С правой ноги начали. Медленно, медленно, быстро-быстро, медленно, медленно, быстро-быстро. Развернулись. С правой ноги заново. Медленно, медленно. Quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow. Разворот и обратно. Slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow. Развернулись. 6, 7, начали. И раз, два, развернулись. Раз, два, развернулись. Закончили, поворот. 7 и назад справа. И slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, замерли. Разворот. Повторяем с правой ноги. И диагональ, диагональ. Развернулись. Вперед, вперед. Быстро, быстро, замерли. Развернулись на 180. 7, 8. Начали. Медленно, медленно. Быстро, быстро, медленно. Медленно, быстро-быстро, медленно. Остановились, разворот. 7, 8. Медленно, медленно. Быстро-быстро, медленно. Медленно, быстро-быстро, стоп. Разворот и обратно. Slow, slow. Quick, quick, slow. Slow, quick, quick. Разворот. Да, и последний раз. Slow, slow. Quick, quick, slow. Slow, quick, quick. Разворот. Заканчиваем. 7, 8. И slow, slow. Quick, quick, slow. Slow, quick, quick. Есть. Хорошо. Остановились. Значит, теперь мы добавим еще одно движение, которое позволит нам сделать разворот и не заканчивать эту связку, да, соединив ее в одно круговое движение. Значит, мы будем с вами танцевать side-to-side-step плюс поворот. Обычно этот поворот танцуется на 360 градусов полностью, да, партнерша разворачивается. Мы же с вами сделаем сегодня только на 180 градусов. Во-первых, это будет проще. Во-вторых, это позволит нам развернуться, чтобы пойти в обратную сторону. И мы сможем двигаться с вами вправо-влево, не останавливаясь, не останавливать свое движение для того, чтобы развернуться и начать движение заново. Как исполняется фигура side to side? Как я говорил, начинаем с правой ноги. Все. Значит, движение похоже на которое мы делали в разминке. Право, лево покачались. И дальше мы делаем шаг вправо и начинаем поворот делать в правую сторону. Полоборота сделали, 90 градусов, перенесли вес тела. И когда подставляем ногу, доворачиваемся и еще 90 градусов. Все. Если вы сделали все правильно, то сейчас вы должны оказаться спиной к своему экрану. Да. Возвращайтесь снова лицом, встаем напротив. Посмотрите сейчас, один раз посмотрите. Мы делаем право, лево, право, поворот. Да, и отсюда мы... Выглядит это так, с правой ноги мы делаем право, лево, право, поворот. В тот момент, когда мы закончили этот поворот, ноги должны оказаться вместе и вес тела поменяли. То есть мы подставили с вами ногу так, чтобы у нас снова осталась свободная правая. Пробуем вместе, руки на поясе. Делаем шаг вправо, влево, поворот, приставка. Проверьте, что у вас сейчас свободна правая нога. Повернулись ко мне обратно. И право. Лево, поворот, приставка. Да. Сейчас вы должны оказаться спиной к своему экрану и начать еще раз. С правой ноги делаем вправо, влево, поворот, вправо, приставили ноги. Встаю вместе с вами, чтобы было синхронно. Да, давайте так, встанем сейчас, смотрите, правым вы встаете левым боком к своему экрану. И мы вместе будем двигаться с вами в правую сторону. Вправо, шаг, приставка. Шаг, приставка влево,
и направо. Поворот, развернулись, приставили левую ногу. Теперь вы стоите правым боком к своему экрану, и правая нога свободна. Начинаем двигаться вправо. Шаг, приставка, влево, шаг, приставка. Поворот, ноги вместе. И снова делаем. Право, лево, поворот, ноги вместе. Slow, slow, quick, quick. Медленно, медленно, быстро, быстро. Внимание, когда мы делаем поворот на первом шаге quick, мы сразу разворачиваем стопу. Ну, то есть это не просто шаг в бок и закручивание. Мы поворачиваем плечи, стопу, туловище, да, голова в поворот, чтобы дальше довернуться и сделать это как можно комфортнее. Еще раз, встаем правым боком к экрану и начинаем в правую сторону делать. Slow, slow, quick, quick. Снова вправо. Slow, slow, quick, quick. Вправо. Медленно, медленно поворот. Быстро, быстро. Медленно, медленно поворот. Быстро, быстро. Да, значит, само действие немножко напоминает такой подъем по дуге, да, мы двигаемся как метроном через верх, медленно, медленно, создавая небольшой наклон, если направо, налево, а когда делаем поворот, то остаемся ровно, быстро, быстро. И в тот момент приставили левую ногу, от нее оттолкнулись сразу же, медленно, медленно, быстро, быстро. Медленно, медленно, быстро, быстро. Медленно, медленно, быстро, быстро. Поставили руки в позицию. Соответственно, у дамы правая на уровне глаз, левая перед собой, и мы двигаемся с вами в правую сторону. Медленно, медленно, быстро, быстро. И медленно, медленно, быстро, быстро. Следите за тем, что положение головы остается неизменным. Вот вы как поставили свою рамку, положение головы влево, так мы и двигаемся. В правую сторону, в левую, голова остается на месте. И медленно, медленно, быстро, быстро, медленно, медленно, быстро, быстро. Slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick. Право. Лево, quick, quick. Аккуратно, да, только старайтесь сохранить равновесие, чтобы вас не болтало. И quick, quick. Хорошо, остановились. Если чувствуете, что закружилась голова, поворачивайтесь в обратную сторону. Если чувствуете себя отлично, замечательно, да, то тогда можно сделать еще несколько раз этот поворот, да. Вдох-выдох и повторяем. 6, 7 под музыку, 8 и право. Лево, поворот, quick, quick, право, лево, quick, quick, право, лево, quick, quick, право, лево, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick. Хорошо, остановились, сделали вдох-выдох. И наша последняя задача, нужно теперь собрать все это вместе в одну композицию. Было 4 движения. Бокс-степ, шаг назад и вперед, зигзаг, сайд-степ с поворотом. Встану сразу же к вам спиной. Да, занимаем пространство чуть-чуть левее, да, встаем, чтобы у вас справа было побольше места. Кстати, если мы будем танцевать, в общем-то, на каком-то маленьком пространстве, очень важно именно сохранить тайминг, да, то есть скорость движения, потому что можно станцевать похожие действия даже на месте. Quick, quick, slow, slow, да, такие-то потушечки получаются. Но факт в том, что это возможно, и это даже может интересно выглядеть. Да, понимаю, что у нас, например, много кто рядом танцует, или небольшое пространство, или в ресторане между столиками походить, да, то есть таким образом. Сейчас у нас есть с вами возможность подвигаться, поэтому давайте тогда с правой ноги начинаем все собирать. Сразу же поставили позицию и танцуем 2 раза бокс-степ. С правой ноги назад, медленно наверх, быстро-быстро, вперед, медленно наверх, быстро-быстро. Повторяем. Slow, quick, quick, вперед, slow, quick, quick.
Теперь мы делаем второе движение. Это три шага назад у нас идет. Slow, slow, slow. Slow влево на носочке. Quick, quick. С левой ноги вперед. Slow, slow, slow. И вот тут смотрите, внимание, когда мы делаем quick, quick, мы будем поворачиваться немножечко в левую сторону. Quick, quick. То есть мы себя готовим к следующей фигуре зигзаг. С правой ноги зигзаг. Slow, slow. Quick, quick, вперед. Slow, slow. Quick, quick, стоим ровно. Да, и вот отсюда у нас идет side to side. Мы начинаем с правой ноги в сторону. Наклон side. Обратно влево. Slow. Поворот. Quick, quick. Подставили левую ногу. Правая свободна. И отсюда мы начинаем сразу же назад танцевать box step. В данном случае вы должны оказаться спиной к своим экранам. Пробуем с правой ноги назад, box step, slow, quick, quick, вперед, slow, quick, quick, повторили, slow, quick, quick, slow, quick, quick, три шага назад, slow, slow все, медленно, медленно, медленно в сторону, quick, quick, вперед, быстро, 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 quick, quick, да, сори, там, да, все, slow, 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 конечно же, все медленно, повернулись так, чтобы назад пойти с правой ноги на зигзаг. И помните, что я вам рассказывал про удлинение зубчиков, да, что мы делаем более острый угол, что позволяет нам максимально использовать гармонично то пространство, которое у нас есть. Side to side, slow, slow и поворот, quick, quick. И снова box step. Вот мы вернулись в исходную точку. Получается, мы станцевали в одну сторону вправо, развернулись и снова пошли вправо. Все сначала. И квадратик. Slow box step, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Назад три slow. Slow, 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 quick, quick, вперед. Slow, slow, slow с поворотиком. Quick, quick, зигзаг. Slow, slow, quick, quick, вперед. Slow, slow, quick, quick, выровняли side to side. Slow. Slow, поворот, quick, quick. Начинаем все сначала, сразу же с правой ноги назад. Slow, quick, quick, вперед. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Три медленных назад. Медленно, медленно. Медленно в сторону, quick, quick, вперед. Быстро, быстро, быстро. Чуть-чуть повернулись в левую сторону. Подготовились к зигзагу. Медленно, медленно. Быстро, быстро, вперед, медленно, медленно, выровнялись, приготовились делать side to side, в сторону, наклон, наклон, повернулись, хорошо, опустили руки, встряхнули, поставили руки на пояс, и попробуем сейчас уже без пауз делать, я буду подсказывать заранее, какая фигура у нас идет, но делаем без остановок после поворота, с правой ножки начинаем, и медленно, быстро, быстро, медленно, быстро повторили, медленно, быстро, быстро, медленно, шаги назад, медленно, 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 быстро, быстро, вперед, медленно, медленно подвернулись, быстро, быстро, зигзаг, медленно, быстро, быстро, вперед, вперед, быстро, быстро, сайд, медленно, медленно повернулись и заново, slow, quick, quick, slow. Quick, quick, квадрат. Quick, quick, slow. Quick, quick, назад. Slow, slow, slow. Quick, quick, slow, slow, slow. Подвернулись, зигзаг. Slow, slow. Quick, quick, slow, slow. Quick, quick, side to side. Повернулись и сразу начали. Правая. Quick, quick, slow. Правая назад. Slow. Quick, quick, slow. И назад, slow, тянем, тянем, slow, и quick, quick, slow, 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 quick, quick, зигзаг, slow, quick, quick, slow, slow, side to side, slow, slow, поворот, и все сначала, назад, quick, quick, slow, вперед уже, квадрат, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, назад, назад, еще раз назад. Вперед три медленных шага. Повернулись, зигзаг. Slow, slow, quick, quick, slow, slow, side to side, slow, slow, поворот, quick, quick, и box step.
slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Назад, три медленных. Slow, slow, slow. Quick, quick, вперед, вперед. Вперед, подвернулись и пошли. Назад, зигзаг. Slow, slow. Side to side. Право, лево. Quick, quick. Есть. Значит, я надеюсь, что сейчас вы уже сориентировались, что зачем идет. Попробуйте еще раз в голове прокрутить. Что, значит, два раза бокстеп. Три слоу назад, три слоу вперед. Подвернулись, зигзаг сделали, side to side поворот. И после подставки сразу же начать бокстеп. Сейчас мы будем танцевать целую мелодию, насколько хватит сил, да, без остановки. И поставив руки и форму. Когда вы чувствуете, что вас уже не держат, да, руки устают, плечи, да, поднимаются, попробуйте сделать такое немножко круговое движение назад и повесить свои ручки на диафрагму, чтобы форма была аккуратной и мягкой. Приготовились, начинаем под музыку с бокс-степ и с правой ноги slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Три назад, slow, 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 quick, quick, вперед, slow, 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 подвернули, зигзаг, назад, диагональ, поворот, вперед, вперед, quick, quick, право, лево, поворот, quick, quick, и квадрат, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, назад, три slow идем, slow, 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 quick, quick, вперед, slow, 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 quick, quick, зигзаг. И вперед, slow, slow, quick, quick, side step. Ставь, поворот и бок степ начали. Когда делаем медленный шаг, мы его как бы вытягиваем. Slow, вытягиваем не в длину, а по музыке. Quick, quick, slow, 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 зигзаг. Slow, slow, quick, quick, slow, slow. Side step, право, лево, поворот, box step. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Три шага назад, slow, slow, slow. Quick, quick, slow, slow, slow. Quick, quick, назад, зигзаг. Quick, quick, slow, slow. Quick, quick, side to side. Повернулись, бок степ. Slow, quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Три шага назад, slow, slow, slow. Quick, quick, вперед. И назад, зигзаг. Cantare, side to side. Поворот, и все сначала правой. Вперед левый, назад правый, вперед левый, назад правый, левый, и еще раз правый в сторону, и вперед левый, и зигзаг, slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, side to side, и поворот. Фух, выдыхайте, опускайте руки, замечательно. Итак, мы смогли с вами станцевать медленный фокстрот, да, самостоятельно на небольшом пространстве. Если что-то не получилось, попробуйте еще раз проанализировать, сделать и станцевать еще раз вместе со мной. На этом я завершаю урок. Вот, ну и до встречи теперь уже на следующих занятиях. Пока-пока, вы молодцы!